Пенсионеры устроили битву за сахар. Ролик, который сняли очевидцы в супермаркете, привлек внимание наших. Люди кричали, толкали, собирали сахар целыми тележками. Из-за акции покупатели чуть не покалечили сдавки. Дело в том, что в одном из продуктовых магазинов Омска решили устроить распродажу и снизили цену на 3 рубля. Ролик с битвой за сахар посмотрело уже больше 300 тысяч пользователей. Они в комментариях удивляются, почему далеко не дефицитный продукт вызвал такой ажиотаж. Нет, ведь среди желающих урвать акционные товары в основном пожилые люди, которым явно не хватает пенсии.